стройным арестантским шагом, как будто нехотя, со зла, слова заходят на бумагу, как на ночевку средь села. Весь груз манер неоткровенных, приобретений и потерь, укрыв от зрителей надменных, они захлопывают дверь. Из-за присутствия конвоя любая бедная строка своей рискует головою. И если б не тоска, влечение к бумаге пищи и беспорядочность надежд, она рвалась бы на кладбище, хотя б и вовсе без одежды.